Юлия Барановская прокомментировала обращение в суд Андрея Аршавина. Аршавин обратился с иском в суд о снижении размера алиментов на троих детей. Барановская не смогла промолчать. Вслед за футболистом Дмитрием Тарасовым уменьшить размер алиментов на своих детей решил и Андрей Аршавин. Спортсмен аргументировал свое решение тем, что не способен сейчас финансировать сыновей и дочь в том объеме, в котором делал раньше, а именно в размере 300 тысяч в месяц на каждого. С этим требованием он обратился в суд. Дело передали по подсудности в Москву. В заявлении Андрей Сергеевич Аршавин требует уменьшить алименты на содержание своих несовершеннолетних детей. В середине февраля между представителями сторон была проведена беседа. Заседание должно состояться 23 марта, сообщила пресс-служба Савеловского суда Москвы. Бывшая гражданская жена Аршавина, телеведущая Юлия Барановская, не могла не прокомментировать этот поступок. Звезда высказалась об этом в беседе с порталом People.ru. Андрей Сергеевич всегда очень тяжело переживал конкуренцию. С новостями о коронавирусе соперничать трудно. Все говорят только о нем, но он все-таки решил попробовать себя в информационной битве. А если серьезно, то особенно в условиях того, что происходит сейчас. Даже мне становится стыдно за него, но ему, видимо, нет, заявила 34-летняя телезвезда. Чуть позже, уже на личной странице в соцсетях, Юлия ответила на вопрос одного из своих подписчиков. «И вот как теперь детям общаться с отцом, который в суд подает, чтобы денег платить меньше?» – поинтересовался он. «Дети об этом не думают, он просто папа. Другой вопрос, что дети когда-то вырастут», – коротко ответила Барановская.